Господин Сурасак, бизнесмен из Гонконга. Каждое утро в 7 часов выходил на прогулку по берегу. К 8:00 возвращался на завтрак. О нахождении трупа сообщили в 7:21. Чем занимался? Скупал недвижимость. Имеет гостиничный бизнес. В общем, уважаемый деловой человек. Зря ты это все. Надо было дома просто пельмени отварить. Да ну какие пельмени? Мне, можно сказать, друг с того света вернулся. Это пельмени, пельмени. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Выпить что-нибудь желаете? Воды. А вы? Все, это завезу. У меня тоже воды. Хорошо. Подробности знаю только 3 человека. Ты, этот Юрочка, фотограф наш, вымогатель. Ну и я. Тебе, понятное дело, твоя смерть никоим образом не нужна. Ему какая выгода? Ну, у него была эта бабка, может, он хотел, чтобы она потонула. Там, помнишь, ее квартиры какие-то, домик. Но зачем ему тебя убивать, мне это совершенно непонятно. Моя выгода, сам понимаешь. Кстати, а ты знаешь тех людей, которые покупали путевки для наших путешествий? И откуда? Все же через Юрочку оформлялось. Это плохо. Юрочка нам теперь не помощник. Чего это? Мне Рясин рассказал, что он покончил жизнь самоубийством, спрыгнул с 9-го этажа. Да ладно. Круто. Круто, круто, да. Теперь нам самим придется раскручивать всю эту цепочку. ФСБшников не получилось, а у нас с тобой получится. Ну, у нас получится. Ты завтра с утра поедешь в офис и постараешься выяснить, как там Нелли. Ну, как у нее дела, и я очень боюсь за нее и за Сашу. Я боюсь, что им угрожает опасность. Уж конечно. Что-нибудь выбрали? А пельмени есть у вас? Нет. Пельмени нет. Вот, это заказ ужина в номер. Это химчистка. Это заказ такси. Куда? Секундочку. На вертолетную площадку аэродрома. Вахтанг, это помощник Вероники. Таксистом сейчас устроился в гостиницу. Сенатор. Отсидеться хочет до суда. Сколько ему за растрату есть? 2 года светит. Ну, может, условно дадут. А вот за убийство 12 человек, тут, знаешь, посерьезней. Здесь пожизненно пахнет. Вот такой аргумент. Где ее поставил-то? Ладно, 2-й месяц стоит. Снеговик. Здравствуйте, начальник. Это следователь. Он хочет узнать о рейсе, заказанном господином Сурасаком 2 дня назад. Вы помните этот рейс? Конечно, помню. Куда летал вертолет? Не знаю. Частный заказ, морская прогулка, наверное. А кто выполнял этот полет? Летчик Наварат. Как с ним пообщаться? Нам сегодня сообщили, летчик Наварат погиб утром. Его сбила машина.
scars. We have a Hennessy, we still in the bars. So we need to go to the club. Ира! Подожди. Заявился? Пусти. Да. Некогда было. Работа, новый проект. Конечно, куда там нам до вас? У нас за душой щека за электричество. Да перестань ты, не сходи с ума. Да больно нужно. У меня таких, как ты, Ген. Сотни и маленькая тележка, понимаешь? Но у меня были такие жизненные обстоятельства. Ген, скажи, что тебе от меня нужно? Мне очень нужны новые координаты Нелли. Ее адрес. Может, телефон ее новый знаешь? И все? Это тебе за новые проекты. Знаешь, я твою Нелли видела всего лишь один раз. После того, как следователь приходил в наш офис, ее как ветром сдуло. Ты за это ответишь. Пока ты не скажешь, где клад, Чуньо, тебе придется сильно страдать. Но все в твоих руках. Одно твое слово, и все закончится. Только скажи, где ты зарыл сокровище. Георгиевич, здрасте. Тихо, 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 не дергайся. А то я испугаюсь и на курок нажму. А вы кто? Кирилл, смотри. Я тот, кто поможет вам остаться в живых. В смысле? В прямом. Сейчас спокойненько нажимаешь на педаль газа и двигаешься по направлению прямо, понял? Чего ты хочешь, в конце концов? Тихо. Привет тебе передать. От Вероники Андреевой. Начальница твоя бывшая, помнишь такую? Ну, поехали, поехали. Какой привет, о чем? Она же погибла в круизе. Она жива и здорова и готова дать показания против тебя. А я, в свою очередь, все знаю от туристической компании «Счастливый путь», где ты и билетики приобретал. И об истинных намерениях клиентов этой компании я тоже все знаю. Да куда ты, стой! Давай договоримся! Извините. Вахтанг Георгиевич, ну ты сам подумай. Ну за то, что ты грант государственный растранжирил, тебе дадут условно. За покушение на убийство Вероники сядешь реально и надолго. А я тебе помочь могу. Ты мне расскажешь все, что ты знаешь, а я тебе следствию ничего. Гарантий. Вот у меня в кармане телефон следователя ФСБ Рясина. Если бы я хотел, чтобы они что-то знали, вы бы с тобой сейчас в догонялки не играли. Но... А это вы звонили? Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Да. Проходите, проходите. Мы вообще-то... Район у нас хороший, тихий, соседи нормальные.
Ну, а дальше сами смотрите. Здесь все как в объявлении у риэлтора. Планировка хорошая. Вот ванная, туалет. Кухня большая, просторная. Потолки высокие, таких домов уже не строят. Я бы не продавала, но у меня точно выданье, понимаете? Проходите. Слушай, неплохая квартира. Может, возьмем? Ну, вообще-то из милиции, Нина Павловна. Что? Капитан Андреев и тоже капитан. Геннадьев. Да. Так вот, нами арестован бывший директор туристического агентства «Счастливый путь» Хлынов Юрий Алексеевич. Он уже во всем сознался и дает показания. Он нам рассказал, что весь этот круиз, в который вы отправили своего мужа и его дочь, был организован специально для клиентов, которые хотели избавиться от своих родных и близких. Но при этом никому не нужных людей. Мы, Нина Павловна, завели уголовное дело, и поэтому нам надо бы задать вам пару вопросов. С нами проедете или здесь на месте пообщаемся? Здесь. Пишите, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь. Спасибо. До 2 часов в банк деньги перечислите. Вот это вот стоимость путевки специально для вас. А гарантии? Да никаких гарантий. Шутка. Вы доллары принимаете? Ну да, по курсу Центрального банка. Надо же. Может, вы еще и товарный чек мне выпишете? Ну, конечно. Вы же отправляете мужа с дочкой в обыкновенное путешествие. За эти деньги можно в космос улететь. Дешевле только страховой полис или опт? В каком смысле опт? Найдете еще желающих отправиться в наше увлекательнейшее путешествие? Получите максимальную скидку. Я не желала им ничего плохого. Я не стала. Успокойтесь. Я спрашивала у Юрия этого, Алексеевича. Он мне обещал. Он говорил, что это абсолютно безопасно, что они там как на курорте 3 года. Откуда вы узнали о круизе? Только честно. От моей постоянной клиентки, Аллочки Жуковой. Адрес знаете ее? Это улица Липецкая, дом 5, квартира 16. Если у нас возникнут какие-то вопросы, мы вас позовем. Послушайте, а может, все-таки вы к нам приедете? Квартиру пока не продавайте до окончания следствия. Ясно? Конечно, конечно, я понимаю. Кстати, вещи вашего мужа нам тоже могут понадобиться. До свидания. Мы же здесь все из-за чего-то. Ну, то есть за что-то. Кому-то помешали. Лидия Алексеевна, она же никому не помешала. Может, она здесь для чего-то. По жене своей очень скучаешь. Кать, давай не будем об этом, ладно? Здесь! Пам-пам! Пам! А у Пашки завтра день рождения. Да? Катя! Иди, я тебя научу.
Вадим Анатольевич? Да. А что если на материке шторм или погода нелетная? Да не, вряд ли. Главное, чтобы они нигде не сломались и не дрейфовали. Ты как? Скучаешь по родителям? Ну, других же не будет. Ну да. Первый корпус. Вот третий. Да вон, я сейчас спрошу. Извини, не подскажешь, где второй корпус? Вот этот вот. Ага, спасибо. Андрюх, здесь. Мужики, помогите тумбочку снять, а? Да не вопрос. Да. Только осторожней, ух, не поцарапайте, а то жена мне голову оторвет. Жуков. Жуков. А вы откуда знаете? На отца-то похож, на своего. Давай. Вы что, его знали? Почему знал? Знаю. Мы с ним вместе в круизе были. Живы твои родители. Но вообще все спаслись. А где они? Почему не приехали? Ну, сейчас они на острове, недалеко от места, где кораблекрушение произошло. Скоро будут в Москве. Кто тебе эту турфирму посоветовал? Кто посоветовал? Ну, круиз кто заказывал? Галочка все оформляла. Я вот тут думала про твоих родителей. Ал, обсудили уже. Если для них сейчас квартиру снимать, от многого придется отказаться. Пусть пока у нас поживут, а? Пусть. Скажи, они у тебя за границей были? Ты что, шутишь? Для них Москва за границей. Мне тут парикмахерша сказала, что отправляет своих в круиз по Тихому океану. Может, и наших туда? Дорого, наверное. Так давай из денег на шубу возьмем. На шубу я потом себе куплю. Ты что, шутишь? Нет. Ну, просто я люблю вас, Жуковых. Да ладно, серьезно? Вася, эти недоделанные игрушки все обои прихожие ободрали. Кстати, вы тоже можете поаккуратнее? Жена твоя? Алла, родители живы. Этот круиз, в который она отправила ваших родителей, был подставной. Всех участников этого круиза должны были высадить на необитаемый остров на 3 года. И она об этом прекрасно знала. Правильно он говорит? Да что вы такое говорите? Да правду, правду, к сожалению. Да что, я хотела, чтобы они погибли? Да я просто, ну чтобы пожить для себя, ну вернее, для нас с тобой, понимаешь? Давай, давай, друзья, быстро, быстро, быстро! Кто тебе сказал про круиз, отвечай! Да я не знаю ничего! Что, ты не знаешь, я его выпущу сейчас! Нет, подождите! Андрюх, давай, открывай! Ага. Пожалуйста, я вас очень прошу, только мужу не говорите, у меня есть друг, вернее, вы... Любовник? Нет, бойфренд, Юра Хлымов. Понимаете, я не знаю, чем он занимается, а он сказал, что они поедут всего на 3 годика туда, и все. Но они сами виноваты, достали меня своими банками, склянками, всего. Тихо! Иди в дом! Ну все, 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 ушла! Все! Открываем.
успокоился? Да, успокоился. Давай. Все. Нормально все. Все живы. Все. Да все, успокоился я. Что мне теперь делать, мужики, а? Ну, это ты уж сам решай. Стой! Давай назад все грузи. И то, что в квартиру тоже занесли, давай назад. Передумал я. Не нужен мне этот гарнитур. Вот это правильно. Тонизирует. Сосуды очищает. Для зрения полезно. Он в плечо ранен. Здорово, Петрович. Ну как ты? Живой, спасибо. Кокосы принес. Витаминов. Целая таблица. А войну вообще как физраствор использовали. Вот. Ну ты давай. Поправляйся. Ты нам еще пригодишься. Ну, в смысле, стороне. Савелий Тимофеевич. Предвыборную кампанию начинаете, Савелий Тимофеевич. Шутишь? Значит, выздоравливаешь. Давай, будь здоров. Слушай, интересно. Вроде такая простая вещь, пельмень. Ну что, это кусочек мяса и тесто. А какой путь человек прошел, чтобы этот пельмень сделать? Он поле засеял. Он пшеницу потом собрал. Урожай. Муку сделал. Скотину вырастил. Ну ты закончишь? Ну да. Я просто нашел. Mm-hmm. Это расписание спектакля «Волжанский» и «Волжанская». Если у них вечером спектакль, значит, утром репетиция. С утра и пойдем. Ну, да посмотри на них, а. На фотографиях. Милые люди, актеры, сволочи. Хотели от своего больного сына избавиться. Ну, кстати, он не больной совсем. Только... Да ладно? Да, он прикидывался. Что, серьезно, что ли? Ну, родители достали. Ничего себе. Дает парень. Ну, завтра мы этим родителям в глаза и посмотрим. Да нет, на самом деле, у них мотивации не было. Сына утопить. Были с нянькой. Меня, знаешь, интересует одно. Как они про круиз про наш узнали? Вот это вот основной вопрос. А, кстати, как мы к ним за кулисы-то проберемся? Тоже нашел проблему. Есть способ, проверенный годами. Какой? Ну, завтра узнаешь. Ну-ка, рюмочек подай. Зачем? Ну, может, выпьем под пельмешки? Все, Андрюх, давай спать. Рублюсь уже. Ну, а что этот наш друг-следователь может еще знать про фирму, а? Ну, что он может знать? Про нас он точно не догадывается. Иначе бы лежали он с тобой на нарах уже. Турфирмы нет. Гендиректора ее больше тоже нет. Так что вряд ли он что-то догадывается. Но все равно спящего тигра за усы трогать не стоит. Да позвоним ему, когда уж совсем край будет. Совсем край.
ты, Ген, даешь? Совсем край. А сейчас что... Ты что делаешь-то, а? Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? И так весь день потеряли. Где Нелли с сыном неизвестно. Ты завязывай с этим, понял? Завязывай. Да с Нелли с твоей все в порядке, я тебя уверяю. Видел бы ты, когда на компанию забирала и сотрудников наших увольняла. Может, ей угрожали? Конечно, угрожали. Бедная несчастная девочка. Кто? Кто? Третьей силы кто? Кто нас с тобой двинул, тот и угрожал. Да нашлась я мужика. 100%. Вот и все. Гена. Что Гена? Ген. Я, что ли, с тобой по телефону не хочу разговаривать? Или, может, я остров пытался продать, и компанию твою тоже я забрал? Танка я точно не мог. Жена картографа тем более не могла. Аллочка Жукова. Да нет, злодейку не тянет. Хотя сучка еще та. Да такая же, как мы с тобой. Все упирается в этого покойного Юрия Алексеевича. В Юрочку этого. Ладно, что гонять, давай. Спать ложимся. Давай, давай. Отдыхать тоже надо. Ты с ума сошел, Тхе? Я же просил не звонить мне в участок. Я разберусь. Уже скоро. Послушай меня, Тхе. Договоримся так. В случае чего, я вас не знаю. Соответственно, вы меня тоже. Да, конечно, конечно. Здесь снимите верхнюю одежду. А что у вас в газете-то? Не могли официально договориться, а? Да, у нас газета такая желтая. Не очень-то ее жалуют. А, сейчас. А я про скандалы люблю. Ну, держите. Идешь, идешь. Внимание! Задувай! Побежали. Ну, из какого перепугу я выскакиваю сюда, как чертость? Ох, Константин Елизарович. Ну, поймите, это кульминация всего спектакля. Да, и место и артиста это... на авансцене в центре. Ну, говорить этот текст нужно. С того места, куда я пришел по мизансцене. Это логично. Вам со и народ виднее, будешь стоять не в заборчик, как обычно, а вот так вот клинышком, понимаешь? Мне виднее из зрительного зала, понимаете как? Это совсем другая картина вырисовывается. Юра! Тут световая... Юра! Тут... Это текст. Я здесь говорить не буду. Константин Все! Елизарович! Все! Константин, вернитесь! Премьера завтра. А вы кто? Уйдите вообще. Ушли быстро! Константин Елизарович, простите, пожалуйста, мы из газеты и хотели бы взять у вас интервью. Из какой? Из газеты.ру? Культурный вестник. Да. Ну,
Я вас внимательно слушаю. Вообще-то мы не журналисты. Но большие поклонники вашего таланта. Ребята, у вас с мозгами все нормально? Мы по поводу вашего сына. Слушайте, валите отсюда! Я с вашим сыном был в круизе. Простите, ради бога. Ну послушайте! Дверь закрой! Так что же вы пришли мне сообщить подробности обстоятельств смерти? Личные вещи передать? Соболезнования выразить? Мы знаем, что этот круиз был тщательно спланирован и организован. Что это вы считаете, что я собственного сына угробил, да? Да это было специально организовано для того, чтобы избавиться от своих родственников. И вы прекрасно об этом знали. Но также мы знаем, что вы смерти сыну не хотели. От кого вы узнали о круизе? Да что вы мне тоже рвете? В убийстве они меня, понимаешь, обвиняют. Да живой, живой. Ну, премьера же завтра, да премьера. Я ради него, я думал, он поедет отдохнет, он себя придет. Ты что, погиб, я себя никогда не прощу. Да живой, Машка, живой. Да живой, Артур, живой. Живой. Пожалуйста, не лезьте, а? Что вы делаете? Да дайте нам поговорить, не надо. Театр на штука жестокая. Ну, ничего. У меня здесь в запасе всего хватает. Столько, что на целый травмпункт хватит. Дерутся часто. Я же вам говорил, у него сын погиб, с женой разводится. Он даже те спектакли, где они вместе на сцене, и те отменили пока. А где, кстати, жена-то его живет? Вы не знаете? Андрю. Мало тебе от него досталось, да? Thank you.
Так следует поступать со всеми непокорными. Чего-то нет никого до сих пор. Всему свое время. Да и всем свое время. Это ясно. Ты прав. У всех на Земле свой срок. И никому не дано право лишать жизни другого. Ты... никогда никого больше не убьешь. А откуда вы это? Филами по воде писано. Останешься? В другой раз. Сейчас потерпи. Кто это был? Мой двоюродный брат. Их два брата, близнеца. Близнецы? Угу. Мой дядя уехал жить в Австралию. Когда умер, оставил мне наследство, а им ничего. Привет. Я принес тебе вещи. Надо отсюда уходить, здесь небезопасно. А что может случиться в больнице? Тут же кругом охрана. Поверь мне, может. Я купил тебе билеты в Сидней. Я без тебя никуда не поеду. Держи, это билет. Паспорт. А это тебе на первое время, пока не разберешься. Код очень простой. 12.
31. Новый год. Когда ты приедешь? Скоро. Катя! Лидия Алексеевна! Народ! Петр Петрович, как себя чувствуете? А вы не знаете, где все? Нет.
Саша! С днем рождения! С днем рождения, милый друг. Ну, поздравляем. Поздравляем. Поздравляю. Спасибо. Паш, прости большое. С днем рождения. Паша, будь счастлив. Да. Вот от меня. С днем рождения. В свободное время будешь музицировать. Поздравляем. Поздравляю. Ну, надо же, наконец-то. Савелий, смотри, а. Миш. Паш. Премьер подарил. Когда президентом был. Да, да, да. Ну, ремешок не потянешь. Вы велики. Спасибо, Савель Тимофей. Да. Да, поздравляю. Поздравляю. Паш, тяжелые часы. Нормальные покажи, часы. Покажи, покажи. Красиво, да. Красиво. Все будет хорошо. А у меня будет время спрашивать. Извините, пожалуйста, есть кто дома? С вами поговорить. Я не даю интервью. Да ну какое там интервью? Я по поводу вашего сына. У Паши сегодня день рождения. Вы не знали? А ему исполнилось 19 лет. Такой молоденький. Еще все впереди. Он жив. София Владимировна. Как ваше имя? Гена. Геннадий Быков. Паша жив. И Лидочка, ваша гувернантка, тоже жива. И вообще все, кто были в круизе, они спаслись. Что вы сказали? Они на острове, все. На необитаемом. Я знаю про круиз и знаю, что все это было подстроено. Их нашли. Пошел вон. Паша скоро дома будет. Сыночка жив. Это правда. Скажите это. Да, да. Попейте. София Владимировна, ну сейчас необходимо вспомнить, откуда вы узнали про круиз и про эту фирму, будь она неладна. Пашенька живой. Да. Что с поймите, ним? Где вы его нашли? Поймите, это очень важно. Пашенька, мой это, живой. Это очень важно для всех и для мой Паши в том числе. Живой. Нина, плакать. У меня отлетело. Ай-яй-яй, иди сюда. Должны, глядя на это, плакать. Пожалуйста, садись. Сделай. Спасибо. Нина, героиня должна быть готова через 5 минут на площадке, да? Да, я помню, спасибо. Сергей Сергеевич. Девчата, я вас жду через 5 минут. Спасибо всем. Контролирует меня постоянно, как будто я дебил какой-то. Нина, никогда не говорите таких слов. Вы не знаете, что это такое. Я слышала, у вас сын болен.
сами приехали. Как я? Нормально? Замечательно. Иди открывай, я его сейчас успокою. Так, иди в комнату и не высовывайся. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. А мы к вам в гости. Милости просим. Сегодня мы с вами в гостях у звезд нашего отечественного экрана, семьи Волжанских. Вы настолько заняты своей работой, увлечены профессией, постоянно в разъездах. Удается ли вам заниматься семьей, домом и, в частности, сыном? Вы знаете, милочка, талантливые люди талантливы во всем. Поэтому нам удается заниматься карьерой и домом, и уютом. А сын учится в Англии, да. Он у нас очень умный парень. Скучаете по нему? Да, очень скучаю. Иногда вечерами даже всплакну. Но, слава богу, на дворе 21 век, интернет, мы общаемся. Понятно. А удается ли собраться на какие-то семейные торжества, праздники? Как часто у вас это происходит? Ну, к сожалению, это случается чрезвычайно редко, но да. Когда удается, что... Когда это удается, это праздник для всех. Это настоящий праздник души. Да. Знаете, такое ощущение, что вы абсолютно счастливая семья. Да мы самая счастливая семья в мире. Давай скажем в камеру. Мы самая счастливая семья в мире. Вот эти пирожки я сама пекла. Сами. Что? Здравствуйте. Это сюрприз. Смешно, правда? Замечательно. Паша, 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 Паша. А выспался, сынок? Да, привет. Все нормально. Я по поводу круиза. Да не тарахти ты. Скажи мне, это правда безопасно? Да передумала. Передумала. Как я тебе объясню? Как ты же меня не прости? Не прости. Все обойдется. Софи Ладлен. Смешно, смешно думать, что Нина построила кораблекрушение. Смешно, это не может быть. Это не может быть. Я знаю. Я пойду. Только один человек мог это сделать. Про круиз она узнала от Нин Палмы. Не Москва, большая деревня. Так, кстати, ее гримирует в кино. Хорошо, что мы с тобой вместе не пошли. Почему? Ну, увидел бы такого красавца. Вот видишь, опять тупик. Че это тупик? Совсем даже не тупик. Ну, а что же это, по-твоему, если не тупик? Ну, и что же нам делать теперь? Значит, у Волжанских есть поклонник их актерского таланта. Вадим Алексеевич Прозоров. Он и является помощником нашего политика. Ух ты. Ну и вывод. Вывод. А вывод один. Политика. Ему было выгодно, чтобы он пошел ко дну. Таким образом, он автоматически стал бы его преемником. Да. Это уж серьезно. Только политики нам только не хватало. Ну что? Может, доедем до него? Зададим пару вопросов? Поставим его в тупик? Интересно, как мы это будем делать? Не имею ни малейшего понятия. Как обычно. На месте разберемся. Че ты смотришь все время? Спрячься.
вас! Что такое за... Что ж вы, сыщики, на наших сотрудников нападаете? Ну-ка, отпустите его. Отпустите, я сказал. А мы знали? Подожди в машине. Геннадий. Спокойно, в чем дело? Вы скажите, как там Волжанская? С мужем мириться не собирается? Я в машине. Я гляжу, ранения боевые уже. Пуля пролетела и... Ага. Споткнулся, упал. Хорошо, шею не сломал. Ну, как успехи, Андрей Сергеевич? Да ничего, нормально. В общем, мы хотим записаться на прием к помощнику Савелия Тимофеевича. Дохлое дело. Почему? Обратился в турфирму, купил путевку шефу, отправил, ручкой помахал и все. Взятки гладкие. Но мы все-таки попробуем, вдруг что-нибудь выгорит. Попробуйте, попробуйте, конечно. Только записываться, я думаю, бесполезно. На рабочем месте его уже нет. А как же нам быть? Не знаю. Спортом займитесь, например. Каким спортом? Ничего. Пробежимся. Физкульт, привет, Вадим Алексеевич. Физкульт? Хотелось бы узнать. Это вы, Савелий Тимофеевич, Рыбакову турпутевочку организовывали? А, я смотрю, методы госбезопасности со временем не меняются, да? А мы не из госбезопасности. Я с ним был на этом катере, который ко дну пошел. Что? Савелий Тимофеевич просил вам поклон передать. Ну и вопросик один задать. Какой вопрос? За что вы им смерть желали? Я не желал. Я отправил его в круиз. На 3 года. Почему на 3? Нет. Ну, катер-то утонул. А я при чем? Разве не вы это организовали? А как я, по-вашему, мог организовать кораблекрушение? А что-то такого сложного. Связались с капитаном, дали ему денег, делов-то. Ты в своем уме? Да нам Волжанская все рассказала. Первый раз слышу. Первый раз. Да, кстати, у меня был этот следователь. Как его? Лясим, Трясим? Рясин, кажется, ну, да? Ну да. Ну, кстати, Рясин, Рясин. Он пока про турфирму ничего не знает. Но пока. Про нее только мы вдвоем знаем. И чего вы хотите вдвоем? Денег? Правду хотим знать. После исчезновения Савелия Тимофеевича вы совершенно спокойно могли бы возглавить партию. Чушь. Чушь и глупость. Потому что Савелий Тимофеевич – это и есть партия! Это партия! По-моему, больной. Да если бы я только мог! Если бы мог я бы за ним сам отправился! Вплавь! Я бы его сюда привез! Да мы бы на таком пиар-ходе, мы бы... Поэтому мне его смерть была не нужна. Совсем. Кому вы еще рассказывали о круизе? Никому. Зачем? А, значит, мотив все-таки был. Послушайте, ну хватит, а? Жена его, Зоя Сергеевна, между прочим, тоже хотела поехать. Я дал ей контакт, чтобы она связалась с турфирмой. А у нее какой был мотив? Ну, она наследница. Единственная. А почему она тогда с ним вдвоем не поехала? Ну, вот у нее и спросите, почему она с ним не поехала. Почему она в последний момент передумала. А вместо нее, кстати, поехал какой-то родственник. Какой родственник-то? Ну что, они едут? Ничего. Приедут.
Вернемся! Найду, кто сюда меня отправил. Убью! А вы думаете, так легко убить человека? Уж поверь мне! Порошок сотру. Не уверен, что сможете. Это почему? Вас Савелий Тимофеевич заказала ваша жена. Чего моя жена? Наняла, чтобы я убил вас. Ты что городишь? Я киллер, Савелий Тимофеевич. Теперь могу вам об этом сказать. О, смешно. Ты киллер, да? Я вас не обманываю. Я тебе не верю. Ты себя со стороны-то видел, киллер? Я вам не вру. Зоя Сергеевна не могла. Ну, вы то же самое про Марью Ивановну говорили. Киллер. Да что это Марья Ивановна? Ты врешь! Странная вы, Зоя. Можно было расслабиться и получить вместе удовольствие. Все-таки, мне кажется, в какой-то момент глазки у вас заблестели. Яичницу будете? Вы ведь должны были вместе ехать в круиз. Правильно? А потом резко передумала. Сказала, что у нее отец заболел. Ведь так было? Я же не энергомаш, чтобы рассчитывать на поддержку в полном объеме. К тому же инвестиционный рынок сейчас в кризисе. Ну, хотя он всегда в кризисе. Вот если бы я детали выпускал Глади Калинине, тогда другое дело. Привлекать иностранных рабочих профсоюз не дает. А наши не идут. Инфраструктуры нет. Да, в общем... Нормально. В общем, везде дыры. Латать надо. В общем, проблемы все ваши. Понятно? После выборов займемся плотными инновациями. И этому предприятию нужно взять на контроль. Вот, спасибо. Савелий Тимофеевич, приезжайте к нам почаще. Савелий Тимофеевич, Зоя Сергеевна просила вас перезвонить. Диана. Алло. Алло. Привет, ну что, ты где, в аэропорту? Савелий Тимофеевич, у меня проблемы. Мне нужно срочно уехать к отцу домой. Что случилось? Он заболел, его в больницу положили. Так, давай сейчас подъедем. Ты где? Нет, не нужно, прошу вас. Я с отцом все устрою и сразу прилечу к вам. Савелий Тимофеевич. Савелий Тимофеевич. Я просто хотел с вами поделиться радостью. Какая нахрен радость? Радостью, что я больше никого не убью. У меня ведь никогда друзей не было. Вы мой единственный друг. Я знала, что Савелий Тимофеевич не вернется из круиза. Иначе я не нанимала бы киллера. Кого?
наемного убийцу. Подождите, при чем тут киллер? Я отправила его вместо себя в круиз. Вместе с Савелием Тимофеевичем. А как его звали? Эдуард Викторович. Я думаю, что это его не настоящее имя. А выглядел он как? Да обычно, худой. Кашлял все время. Вот ведь как бывает. Сначала убил, а потом полюбил. Я все время думал, что наоборот. То, что она нашего Кокоча наняла, исключает ее из списка подозреваемых. Твои варианты? Вариант один, замполитика. Не верю я ему. Он поддержал Зоину идею круизе и занимался оформлением билетов. Ну а? Именно у него и был веский мотив для убийства. Несмотря ни на кого и ни на что. Стегнись. Ему надо. Может, помощь нужна? Ну, спроси. Что случилось? А? Ничего. Гони, 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 гони! Хрена себе, 90-е. Застряли! Андрюха, валим! Подожди, ремень заело! Руки убери! Все, не успею. Не ждали? А? Все время берется, как черт из табакерки. Кто тебя послал? Кто тебя послал? Соберись. Ты все не ной. Смотри, если наврал, чуть выше стрелим. Усек? Добрый день. Гена. Добрый день. Кто? Я. Что случилось? Что ты приперся? Алексеевич.
Генеральный, тебя же вроде с крыши сбросили. Что, не умер? Сейчас как щелкну, даже никто не спросит. Не надо, не убивайте, пожалуйста. Ну, давай, рассказывай. Как и каким образом ты удавил катер? И какое отношение имеешь к Савелью Тимофеевичу Рыбакову? Так я вообще не при делах. Это его идея была. На вашем месте, Юрий Алексеевич, я бы не фантазировал. Он пришел ко мне в офис оформлять документы на этого депутата. Он угрожал мне, понимаете? Он сказал, что если я этого не сделаю, то он пересажает вас всех. Всех пересажает. И наоборот, я не выдал вас, понимаете? Я не выдал, понимаете? Был за вас. Простите меня, пожалуйста. Лихо заворачиваешь. Меня. Тарифы повысились? Ведь у вас вип-персона? У нас, конечно, все люди не случайные, но политика вещь особенная, с, так сказать, особыми тарифами. Логично. Я бы на вашем месте, Юрий Алексеевич, другого бы директора нанял бумажки подписывать. Логично. Если кто узнает об этом, похоронят быстро. Торжественно и по особому тарифу. Тогда можно не на 3 года, можно навсегда. Вот-вот. Дошло. Спасибо. Я хочу, чтобы корабль пошел ко дну. Понимаешь? Взрыв. Корабль. Чай? Понимаешь? Да, да. Да. Значит, ты связался с капитаном, дал ему денег, подкупил гида, поменял яхту на старую шлюпку. И потом она пошла ко дну. Получается, подставного директора тоже ты убил? И нас хотел убить. Да как? Как на нас вышел? Через помощника политика? Да как вы не поймете? Да это он все виноват! Он все! Я вообще ни при чем здесь! Он виноват! Он! Алло? А ты знаешь, кто у меня сейчас был? Твои бывшие друзья. Один из них утонувший в круизе. А я тебя предупреждал. Ну что, Кресин? Куда? Зачем? Валить тебя будем. Не надо, пожалуйста. Вставай. Пошел. Пожалуйста, умоляю вас, не надо, ну пожалуйста. Ну я же объяснился, я же в чем-то. Все, давай, не надо, пожалуйста, нет. Не надо, пожалуйста. Что вам здесь нужно? Что происходит? Что происходит? Вы угрожаете моему мужу. Вот что происходит. Кому? Мужу. Я же тебе говорил. Где Саша? С няней в парке. Сына я забираю. Делайте, что хотите. Сашенька не твой сын.
Это еще не все. Трешка в центре. Жлоб. Генеральной строительной компании. Не мог пентхаус подогнать? Нам хватит с тобой, Юр. Юра. А. Я беременна. Ты что, залетела, дура? Угу. Да. У тебя мозгов вообще нет? Хочешь клиента упустить? Это твой ребенок. А ты уверена, что это мой ребенок? Значит, наши с тобой отношения – это была подстава. Ну почему же подстава? Я тебя любила. Я думала, ты будешь хорошим отцом Сашеньки. Поэтому я к тебе ушла. Саша – мой сын. Он мог быть твоим, если бы ты нас не предал и не уехал со своей женой. Так что оставь нас в покое. Перебьешься. Интересно, девки пляшут. Забрали у нас бизнес. Ребята, вообще все не так. Выкинули на помойку, да? Устроили тут винегрет. Что вообще происходит? Не трогай его, гад! Юра, не трожь его, гад! Лежать! Андрюх! Что тебе надо? Юра! Его в больницу надо, а то скопыться. Слярясину звоню. Юра, беги! Уйдет. Мы попали, понятно? Попали! Попали, вот это фирма на вас! Юрий Алексеевич, прям как Гагарина. Да. Дела амурные, дела политические. Да, и, кстати, я хотел еще извиниться перед вами за то, что сразу не рассказал вам всю правду. Я боялся, что вы мне помешаете. Не стоит. Я ведь и так о вас все знал с самого начала. Да? А что ж тогда не арестовали? Человек, он сам себе лучший судья и палач. Ему только нужно немножко времени. Как говорится, кто понял жизнь, тот не спешит. Да? Присаживайтесь. Вот, например, вы, Андрей, увидели для себя на острове что-нибудь новое? Ну, скорее, старое, но по-новому. Да. Кому все-таки из вас пришла в голову идея с этим круизом? Мне. Неправда, это я придумал. Че ты болтаешь, помолчу. Да че я болтаю? Че мне молчать, если это моя идея? Это да правда? Не слушайте его, это я все придумал, я же на остров. Андрей. Ребят, что-то я вас не пойму. Вы что, соревнуетесь за звание изобретателя или сейчас спорите, кто из вас больше Робин Гуд, да? Так вот, вы ни то, ни другое. И еще, у меня к вам личная просьба. Не могли бы вы мою тещу отправить куда-нибудь на остров подальше? Месяцев на 40. Достала. Я же тебе говорил, надо новое направление было открывать.
Что, серьезно? Пошутил. Успокойтесь. Но если серьезно, вы, Геннадий Борисович, остаетесь под подпиской о невыезде. Ну, можно как-то по-другому это решить. Спокойно. До суда. Ну, а... До суда. Ну, а с вами, Андрей Сергеевич, к сожалению, послезавтра юридические формальности, мы отправляемся на остров. Спасать, так сказать, российских туристов. Как на остров? Там же вроде Чуньё остался, он должен был... Чуньё. Чуньё арестован. А если с этим Чуньё действительно что-то случилось? То наши там сидят и не понимают, почему четвертый день их никто не спасает. Черт, там Жуков в тяжелейшем состоянии, там Лиза, там... Да послезавтра, это очень долго. Какой послезавтра, Андрюх? Что нам ждать эти полтора дня? Оформление юридических формальностей? Что это за бред? Значит, туда надо лететь самим и прямо сейчас. Молодец. Только у тебя подписка, а не выезд. Да при чем тут подписка? Да подожди ты меня. Дамы и господа, мы собрали вас всех здесь, чтобы сообщить о том, что дело о пропавших русских туристах наконец-то завершено. С официальным заявлением выступит офицер полиции Панья. Благодаря решительным действиям полиции, пропавшие русские туристы обнаружены. Они находятся на одном из необитаемых островов в океане. Я думаю, к завтрашнему утру мы сможем снарядить спасательное судно и отправить его на остров. И очень скоро узнать о подробностях происшедшего. Как вы вышли на след туристов? Где именно находится остров? Где начальник? Где начальник? Уехал полчаса назад. Будет после обеда. Открывай камеру. Быстрее. Где он? Других. О чем ты? Тебе нужно разрушить дом. В него придет смерть. Мне не поверят. Торопись, это не твой дом. В него придет смерть. Thank you.
Ваш остров. Yes. Да. It's my. Мой. Зачем вы сожгли наш дом? Нас могли убить там. Нет. Это бред. Пожалуйста, вставайте! Что? Нам надо уходить отсюда! Что там? Беда! Уходите! Что? Надо! Вставай! Какая беда? Вставай! Что? Дети, поднимайтесь, уходим! Что? Да уходим, что уходим! Случилось? Давай! Беда! Чего опять? Какая беда? Беда! Ну вставайте! Ну скажите, что? Что? Беда. Что вы увидели? Уходите, надо! Да что случилось? Беда, расскажи беда. Толком! Катя! Что стряслось? Нет. Боже мой! Не надо! Катер! Нет. Смотрите, Катер! Нет! Паш! Не надо! Стойте! Стойте! Нет! Нет! Сюда! Не надо! Сюда, скорее! Стойте! Стойте! Нет! Держи! Смотри! Сюда! Сюда! Теперь для нас все закончилось. Успокойся! Чего плакать? Радоваться надо! Слушайте нас! Они нас увидели! Эй! Сюда! Ура! Сюда, скорее! Здесь, смотри! Ура! Для 12 человек маловато. Чего? Назад! Все назад к лесу! Назад! Привет! Все уходим! Что они делают? Давай, прыгай. Чуньё? Чуньё. Нам нужен только клад. Ты? Ты здесь, мы уходим. Следи за морем. Давай, 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 давай. Да брось клетку-то свою! Ну. Ну что, все живы?
Перекличка. Первый. Паша, второй. Третий. Четвертый, пятый. Шестой. Седьмой, восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Если не скажи, где сокровища, я начну их убивать. Ты дорого за это заплатишь. Ты глупее, чем я думал, Чуньё. Не церемонься с ним. Давай вперед. Геройствовать, а? Что делаем? Давайте туда, в кусты. Взяли? Давай. А ну, пацаны, ребята! Осторожно! Ребята, пошли, пошли. Чего стоишь? А ну, давай. Давай, 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 давай. Куда дальше? Они там. Чуньё, русские вам мерещатся за каждой пальмой. Что? Испугался крика попугая в джунглях? Я знаю, что вы меня слышите. Я вернулся. Мне нужен клад. Я привез с собой вашего друга Чуньё. Если вы не выйдете, я сейчас вышибу ему мозги. Требует клад. И если мы не выйдем, он убьет Чуньё. Считаю до 10. Я пошла. 1. 2. Мне надо выйти. Ведь говорил же, брось свою клетку. 3.
4. 5. 6. 7. Окей. Хорошо. It's just me. Это я. And my parrot. Это мой попугай. Hello. Hello. Здравствуй, дорогая. Really? Не шутишь? Рад тебя видеть. Oh, really? Yeah. Правда? I dream about я тоже this рада yeah встрече. Не сдохнется? Нормально. Это мой друг Рой. Лай. Приятно познакомиться, Рой. Она рада с тобой познакомиться. А где твои друзья? Где мои друзья? Они разбежались в разные стороны. Ты не сможешь их поймать. Я думал, голубые глаза не врут. Убери от нее руки! Убери от нее руки, я сказал! На колени! Чего? На колени! На колени, быстро! Я инь! Хорошо. Я инь! Хорошо. О, падла! Ну, на тебе, на колени! Заткнись! Все. Ты чего? Давай беги, прячься. Огма! Выходят все. Огма! С поднятыми руками. Нет, нельзя. Живей! Двигайся, я сказал. Садись. Одного не хватает. Где еще один? Если кто дернется, стреляю без предупреждения. Шутки кончились, Чуньо. Сокровища, либо их жизни. Отпусти их. Они не знают, где я спрятал сокровище. Сейчас мы это проверим. Тхе. Подождите! У подножия горы, недалеко от пещеры. Как там у тебя, Эк? Все чисто. Хорошо. Мы идем за кладом.
Понял. Поздравляю. Конец связи. Не стреляй. Не надо. Не убивай. Не надо. Угадалка. Ну вот и все. Андрюха, поосторожнее. Берешь гранату, зажми скобу. Развязывай веревку. Зажми скобу. Не отпускай. Всем! Что делать? Держи скобу. Не отпускай. Андрей. А? Сюда иди. Зажми ему пальцы. Давай через не могу. Давай чуть-чуть. Лиза где? Че, не у Лизы в заложниках? Пошли туда. Я сейчас. Поосторожней там! Уже рядом. Зарытый здесь.
Ты что так шумишь-то? А я думал, ты все с концами. А, Лиза где? Видимо, там, где чуть не уклад закопал. А это где? Зато теперь у нас есть катер. А? Назад. Ради этого стоило. Ты был прав. Пристегни его к сундуку. Пускай несет. Без резких движений. Ну что там в Москве? В смысле? Как погода? Снег. Такая? Хе. Решай с ней. Лучше оставить в заложниках. Может быть полезной. Нам не нужны свидетели. Решай. Хорошо. Готов? Прошлый век. Железка.
Я же говорил, что есть еще один. Одним больше, одним меньше. Согласен. Жирная, тупая скотина. Ты будешь следующий. У нас увели лодку. О чем ты? Как это могло произойти? Эк! На меня напал белый. Я понял. У меня двое заложников. Иди в направлении скал. Я двинусь к тебе навстречу. Я понял, отец. Пойдем, милая. Вставай. Вперед. Давай, давай. Что ты имеешь против? Вперед. Вперед. Вот так, дыши, дыши, говори, говори, сейчас, подожди, 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 сейчас. Паша! Тихо, 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 сейчас, сейчас я приду, сейчас, сейчас башки я сделаю, сейчас башки сделаю, сейчас. Эй, Паша! Сейчас приду, сейчас я башки сделаю быстро. Мы уже на склоне. Идем к берегу. Окей, па. Хорошо, отец. Thank you.
Чего тебе дома не сидится? Спасибо. Все хорошо, все. Сейчас все. Все. Уже позади все. Все. Все в порядке. Прячьтесь, бегите. Отец. Отец. Стоять! Вам не жить! Туда! Сюда, давайте! Руку! Лиза! Еще быстрее. Мой хороший, мой любимый. Пишет, что любит меня. Значит, ждет. Сама говорила, родных не выбирают.
Меня Генка тоже ждет. Граммофон ему везу в подарок. Но отремонтировать надо. Пострелили гады. Петя, еду принесли. Давай, поешь. Пирогов твоих хочу. С картошкой? И с брусникой. Вот придет ли это? Я тебе напеку и с брусникой. А сейчас что, зима? У нас зима. Жалко Коклюша. Его зовут Эдик. Эдуард Викторович. Скажи, а что ты делаешь в пятницу в 7 часов вечера? Я? Нет, бабушка твоя. Прием, прием. Докладываю. Русские туристы и офицер Чуньо находятся в безопасности. Как вы себя чувствуете? Нормально. После этого мы все вместе ушли. Можно тебя попросить? Говори. Спроси у нее. Она замужем? Понравилось? Как сказать? Если понравилось? Да нет. Если понравилось, скажи и сам. Если бы не Андрей, мы бы все погибли, это точно. Он нас спас, понимаете? Что? Что? Ой, Андрей очнулся. Ну, слава богу. Вы как, Андрей? Все будет хорошо. Лиза! Андрей, очнулся! Очнулся! А я знал, что выживет! Он живучий мужик! Живучий, зараза! Все будет хорошо! Ну что ж вы, Андрей Сергеевич, я же вам говорил не высовываться, а вы опять на рожон полезли. И вот результат. Остров сокровищ просто. Сражение. Мы бьем и раним, идем по грани, не поймем никак, что наш извечный враг просто отражение.
ночь кого-то ждет. Маленький остров забытых людей. Если память сердце жжет свежим порезом, тут тебя ответ найдет. В шепоте вещих печальных дождей. Почему ты здесь? И кто ты здесь есть? Воротик, забрать? Поправил, поправил. Давай. Все готовы? Да. Альберт Николаевич! Мы знаем цену, ну, усы-то вобраться. Мы помним сцены, где вчерашний святой твердой рукой считал свои монеты. Была бы воля, были и боли смыть большой водой и обрести покой. Края света, день и ночь кого-то ждет. Маленький остров забытых людей. Если память сердце жжет свежим порезом, тут тебя ответ найдет. В шепоте вещих печальных дождей. Почему ты здесь? И кто ты здесь есть? День и ночь кого-то ждет. Маленький остров забытых людей. Если память сердце жжет свежим порезом, тут тебя ответ найдет. Шепоте вещих печальных дождей. Почему ты здесь? И кто ты здесь Спасите! Помогите! Люди!